Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101 FM. День 7 ноября, красный день календаря. Погляди в свое окно, все на улице красно. Азиз Алиевич, продолжить? Не продолжу. Вьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет там, где шли трамваи. Весь народ и млад и стар празднуют свободу. И летит мой красный шар прямо к небосводу. Ну, прекрасно же. Не прекрасно? Ну, я вообще-то на самом деле поздравляю тех, кто празднует сегодня день. Но сами вы не празднуете. 7 ноября. Ну, может быть, я не праздную, но я очень хорошо помню этот день. Для меня он знаменательный. Мы очень много лет жили. Когда нужно было праздновать. Да. 7 ноября и день, когда мы выходили на демонстрации. Ну, это был праздник реально для нас. Азиз Агаев в нашей студии, это его особое мнение. Еще раз добрый день, Азиз Алиевич, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-Информ», член Совета Вятской торгово-промышленной палаты, председателя правления Совета хозяйственных руководителей Кировской области, кандидат экономических наук. Да. Здравствуйте. Да. Добрый день. Ну, да. Если Азиз Алиевич у нас в студии, то, конечно же, мы в первую очередь обсуждаем какие-то экономические, бизнес-вопросы. Тут поводы есть. И в первую очередь хочу начать с темы избрания нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области. Вот именно так интересная звучит тема. Эта должность. Да. Не защиты. Не по правам предпринимателей, а по защите прав предпринимателей. Такая формулировка-то разная. Да, она. 10 ноября в правительстве региона будет публичное обсуждение кандидатур на эту должность. На мероприятие приглашают предпринимателей. Ну, я уж не спрашиваю, вы там точно будете? Не буду. Я, не будете? К сожалению, уже назначил встречу со своими внуками. И они меня очень ждут, и я думаю, что я все-таки поеду к внукам. Хорошо. Так вот, говорится в сообщении правительства о том, что при выборе победителя мнение предпринимателей будет учтено. Вот такая интересная формулировка. А что, могут и не учесть? Сказать, что мы вас выслушали. По закону могут. По закону выдвигают губернатор, согласовывает ТИТОВ, федеральный уполномоченный. И Заксобрание. И поэтому мнение предпринимателей здесь не играет решающей роли, но они могут так или иначе рекомендовать своих кандидатов. То есть это, скорее, чтобы успокоить предпринимателей вроде как. Но... И такая формулировка, что дать понять, что вы тоже вроде как значимы и можете высказываться, кого вы хотите видеть на этом посту. Процедура же так-то правильная. Собственно говоря, вы, пожалуйста, предлагайте, выдвигайте, находите способ, там, ведь общественные объединения могут выдвинуть. Пожалуйста, все будут рассмотрены, кандидаты. Другое дело, что как процедура выхолащивается в конечном итоге. Но что будет, если вот не будет учтено мнение предпринимателей? Что будет? Ну, предприниматели минимум останутся недовольны. Ну и что? Что их не услышали. Ну и что? Ну, обиду затаят. Да, и что дальше? Ну, каким-то образом придет время, какую-то месть, и отомстят. Что, не может быть такого, нет? Судя по процессам, которые происходят, когда мнение общественных организаций и предпринимателей в том числе, оно задвинуто, потому что у общественных организаций нет рычагов влияния на власть, потому что все политические партии считают себя вправе игнорировать мнение общественных организаций и предпринимателей. Но особенно это хорошо делает политическая партия «Единая Россия». Угу. Поэтому в этой ситуации что можно сказать? Ну, наверное, захотят, учтут. Совпадает позиция. Ну, или ведь бывает так, что ведь люди-то все равно, в какой бы партии они ни были, они периодически-то слышат, анализируют то, что вы говорите. Угу. Поэтому... Если можно будет их убедить, наверное, они учтут. То есть для этого нужно, наверное, действительно говорить
ну, какие-то аргументы приводить. Очень весомые какие-то вещи, да? Да, и, конечно, говорить об этом, не молчать тихаря и не ждать, особенно общественным организациям, так сказать, да, свое мнение, чтобы это мнение было известно. А то у нас ведь как получается, что не все решаются сказать свое мнение. Ну, мне кажется, для простого горожанина, для нашего слушателя, далекого от каких-то больших политических и бизнес-движений, избрание нового бизнес-омбудсмена, ну, это что-то вот далекое, непонятное, и вы, наверное, видели, если читаете, да, интернет, комментарии, появляются там записи такого рода, да что он может вообще, этот он уполномоченный, да что он может, что в его полномочиях, да это обычный чиновник на шее у народа, вот что вы скажете этим людям? Ну, я скажу так, что зря, если действительно там для обычного горожанина, зря он так думает, потому что деятельность предпринимателей непосредственно сказывается на жизни обычного горожанина, потому что если не защищать этого предпринимателя, то, конечно, в итоге горожанин обычный может остаться без работы, бюджет может остаться без налогов. Не сможет ходить в любимый магазин, не сможет, в любимую, да, кафешку, пользоваться услугами, говоря, и так далее. Там, да, очень часто наблюдаем, что вот был сегодня тут, вот была такая точка, там, ходил туда, и именно туда ходил. Сегодня ты уже не можешь, оно уже закрыто, потому что вот там был магазин игрушек там, для детей, например, в этом месте, и ты там ходил и покупал. По пути как раз было, а сегодня этого магазина нет, потому что по какой-то причине, там, или значит, городские власти налоги повысили, там, коэффициенты новые установили, чтобы там, брать там, три шкуры с предпринимателя, или там, какие-то контролирующие надзорные органы. Вот они приходят, и после этого значит, деятельность этого предпринимателя прекращается. Я не знаю, хорошо это или плохо, как бы как вот с точки зрения горожанина, но для меня это однозначно плохо, потому что я вижу множественные и как снежный ком разрастающиеся последствия от того, что жизнь предпринимателя становится все тяжелее и тяжелее. Я уже не один раз говорил, что считаю именно предпринимателей. Да, и жуликов тоже, и тех, кто налоги там пытается не платить там, и как, и да, и их тоже считаю самой креативной частью, вот той частью нашего общества, которая именно создает своей активностью, знанием и стремлениями национальное богатство нашего государства. Ну, а если кто-то из них пытается идти не по законному пути, получает по заслугам, и тут уже тут, такой, ну, естественный отбор. Это естественно, такой. Да. И потом есть люди, которых лично мне, многих предпринимателей, удавалось убедить, чтобы они шли по правильному законному пути. Но у вас такая работа. Да, поэтому я не вижу в этом ничего. Значит, как бы не затрагивающего интересы горожан. А наоборот, это напрямую затрагивает интересы горожан, эта должность. А что касается того, что вот он ничего там не делал, там, и так далее, и так далее. Но, наверное, люди не в курсе. Наверное, люди не в курсе, потому что я знаю как минимум примерно около 20 уже примеров, когда непосредственно Вавилов помог. Пока еще действующий. Да, вот один, например, бизнес-омбудсмен. Них, будучи, да, действующим, да. Будучи, да, вернее. Да, значит, он, ну, например, там смогли защитить от претензий контролирующих органов, значит, предпринимателей, у которых работает порядка 600 человек. А так вопрос бы стоял там о прекращении постепенной деятельности, и куда бы эти 600 человек пошли. Я, к сожалению, не могу называть, знаете, у меня так часто бывает, там кто-то хочет там придраться, меня спрашивает, ну-ка, а ты там, а кого ты тут там, а кто там, это какое? Я не могу называть, как бы, потому что я не получаю у своих, значит, там, скажем так, подзащитных бумажку, что они мне разрешают везде об этом говорить и называть их имена. Но, тем не менее, то есть я четко знаю, а уж
есть, например, одно дело, которое Андрей Вавилов сделал для всей России, для предпринимателей всей России. Вы об этом тоже говорили. Да, я знаю, о чем вы имеете. Да, когда, значит, от незаконных претензий органов государственной власти, а именно налоговых органов, с помощью Андрея Вавилова, не налогов, прошу прощения, а пенсионного фонда, угу. Там, да, претензии пенсионного фонда. И Андрей Вавилов помог избавиться тысячам предпринимателей, для которых пенсионный фонд доходом считал всю полученную ими выручку, без учета расходов. И это приводило очень к плачевным результатам угу. для налогоплательщиков, угу. индивидуальных предпринимателей. Угу. Это люди, которые сами себя кормят, свою семью кормят, своих родителей. Я вот знаю предпринимателей, предпринимателя такого в Стрижах, который один работает, у него там трое детей, жена сидит с младшим ребенком, у него там родители, сестра своей семьей у него фактически работает, у него получают свой хлеб, так сказать, насущный. То есть если вдруг с этим человеком что-то случится... Фактически, представьте себе, что просто 9 человек окажутся либо на шее у государства, да. либо там на грани бедности. И вот таких людей защищает Андрей Николаевич Вавилов. Андрей Николаевич, мы еще обязательно поговорим чуть позже. Сейчас нужно сделать небольшую паузу, после которой мы продолжим. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ». Мы сегодня слушаем, и начали мы разговор с Азизом Алиевичем о том, что скоро в области появятся новые уполномоченные по защите прав предпринимателей. Давайте, Азиз Алиевич, пройдемся по кандидатурам. Вот накануне буквально стали известны люди, которые претендуют на должность бизнес-омбудсмена. В областной фонд поддержки предпринимательства в содействии предложил на эту должность своего руководителя Олег Кайсин. Ваши комментарии? Вы с ним знакомы? Да, незнакомы? Знаком, умный, значит, парень, который там внутренне желает добра, так сказать, Кировской области. Но, с моей точки зрения, ему рано. Нужно поднаторить? Поднабраться опыта? Нужно поднабраться опыта в защите прав предпринимателей. Это раз. И, во-вторых, нужно набраться опыта в вопросах установления отношений с людьми, которые по статусу выше тебя, и при этом поднабраться опыта в умении убеждать этих людей в своей правоте. Вот ему еще есть куда расти до этой должности. А так я считаю, что если он его вообще интересует реально эта должность, то он может, в принципе, вот будет назначен новый омбудсмен, он может вот там помогать, если он вот хочет защищать бизнес, а не зарплату, как бы себе ищет, и не статус там. Да. Вот вы как раз акцентировали, да, простите, внимание, именно на защите, да, прав. Да, конечно. Что это такое защита? Это быть и мыслями, и душой на стороне вот сразу, и не рассматривать никаких больше вариантов. Нет, что это значит? Вот позиция как раз совсем у меня другая, и вы знаете, какая она. То есть мне когда говорят, там, что налоги там большие, поэтому мы их там не платим, да, я говорю, вы заплатите. А потом давайте мы будем обсуждать и заставлять там и общественные организации, и депутатов, и кого угодно. Давайте мы лучше будем протестовать против высоких налогов. То есть как бы это бремя немножко снизить. Да, чтобы опустить. Да. Потому что если мы не платим, то вроде как и морально мы не имеем права, и законного права не имеем, так вот с моей точки зрения, обсуждать высокие налоги или нет. В России я считаю, что нагрузка... одна из самых высоких в мире. Одна из самых высоких, и реально это сказывается на доходах людей. Но подождите, это не означает, что мы не должны их платить. Давайте мы их заплатим и будем протестовать. Вот ты заплатишь, у тебя будет право говорить об этом. Понимаете? Вот. Я акцентирую внимание именно на защите. То есть если он хочет реально защищать, да,
и защищать, не сломя голову, то есть не закрыв глаза на грехи, так сказать, того или иного предпринимателя, то, пожалуйста, я считаю, что Андрей Вавилов, ну, сейчас как бы открытый в этом смысле человек, надеюсь, что и дальше будет так же. Следующий из шести претендентов на должность бизнес-омбудсмена – это председатель Агропромышленного союза товаропроизводителей нашей области, да, Владимир Огородов. Да. Ну, его анонсируют как защитника, так сказать, фермеров. Ну, я, честно говоря, ни разу не слышал и не знаю об его опыте защиты. Ну, что ему, в общем-то, не мешает попробовать тут? Ну, оно тоже я бы посоветовал, силы, так сказать, вот этого опыта защиты как бы поднабраться, а не просто там хорошо, как бы, значит, если я правильно понимаю, он чуть ли не полугосударственной структуре, так сказать, там, работает, да, нужно поработать, значит, реально либо в бизнесе, либо в защите бизнеса. Нюхнуть порох. Да, не на бюджетные средства. После этого, как бы, и можно двигаться, будешь понимать, потому что очень часто ведь, что, с чем мы имеем дело, что тот или иной человек, который оказывается на государственной должности, он даже не знает, как бизнес делается, то есть у него полное непонимание, понимаете? И поэтому он плохо понимает бизнесменов. А эта должность, она по определению, значит, требует полного погружения, полного вникания погружения и знания, да, всех, да, процессов. Поэтому ему тоже, я считаю, что еще рано, стоит еще поучиться, и, может быть, у того же Вавилова точно так же. Хороший был бы пул из общественных защитников. Пожалуйста, учитесь. Ну, дальше, наверное, немного слов будет, хотя не знаю. Александр Добрушкис, коммерческий директор торгового дома «Европейский», депутат Балыбердин его выдвинул. Ну, не знаю, вот зачем его депутат Балыбердин выдвинул, из каких соображений, почему он его... Балыбердин сам, видимо, тоже плохо понимает, что такое бизнес. Уж да простит он меня, так сказать, потому что многих людей ведь лично знаешь. Вот, но я думаю, что так просто, видимо, посидели, тот сказал, давай я попробую выдвинуться, хотя бы попиарюсь там. Балыбердин сказал, а что, давай я тебя выдвину, у меня же есть право. И вот воспользовался правом своим выдвинуть. Вот это наша беда, когда люди просто так поиграться как бы выдвигаются. В реальности-то я даже не знаю, какой получится из него омбудсмен. Ранее пытавшийся получить место в Орловской думе от КПРФ Валерий Чуркин тоже выдвинулся на эту должность. Для меня незнакомый, честно говоря, человек. Ну, Валерий хоть ИП. Как бы. Хоть есть что-то, да, ну, какая-то основа. Да, но тоже как бы сильно в защите мы предпринимателей и бизнеса его как бы не видали. Здесь тот же самый эффект. Ну, выдвинул, КПРФ, видимо, должен выдвигать по своей там, партийной там, принадлежности. Он, я так понимаю, то в депутаты хочет, то там в главы там, города, то еще куда. Так уж надо бы как-то определиться, так сказать, ты в политике, в бизнесе или в защите бизнеса. Ну, сейчас много таких людей, которые пытаются то там вклиниться, то сям, авось заметят, авось запомнят и так далее. Если ты этого не умеешь, вот, видимо, понимаете, тут ведь очень высокие требования. Так-то. Все думают, что там легко, но требования очень высокие. И я потом объясню, почему я так считаю. Далее фигура, ну, наверное, более известная, хотя не знаю, знаменитая в том числе своей внешностью, простите. Андрей Маури, председатель Кировского рекотделения общественной организации «Деловая Россия». Его выдвинула Вятская торгово-промышленная палата. Это было вот для вас неожиданность? Абсолютная неожиданность. Я считаю, что торгово-промышленная палата его не выдвигала, потому что вопрос не обсуждался ни на совете, не рассылали, значит, членам совета там даже никакой там бумаги, что вообще вопрос обсуждается. То есть совет, значит, должен был коллегиально рассмотреть этот вопрос, да? Я думаю, что как минимум, как, да, минимум, совет. Потому что, в принципе, в уставе нету такого пункта, которое там выдвижение там не в адрес президента. Как в компетенцию президента не входит, там, если только там, другие вопросы, там, что
решает и другие вопросы. Какие другие вопросы? Но, насколько я понимаю, прошлый раз, когда выдвигался этот вопрос, обсуждался коллегиально. А сейчас вдруг пишут, что там торгово-промышленная палата выдвинула. Я уверяю вас, что торгово-промышленная палата не выдвигала. И если там есть подписанное письмо Николаем Михайловичем, президентом, то я считаю, что он как президент тоже не должен был подписывать эту бумагу. Это как минимум некорректно, и я считаю, что даже в каком-то смысле порочит торгово-промышленную палату, потому что мы в торгово-промышленной палате должны были бы даже быть примером всем своей как бы вот хотя бы процедурной демократичностью, понимаете, что выдвигаем кого-то. А сейчас получается вот так. Я хочу сказать, что я в качестве протеста против такого поведения президента торгово-промышленной палаты написал заявление о выходе из торгово-промышленной палаты, хотя я являюсь членом Совета палаты. Угу. Потому что я считаю, что такие вещи порочат не просто палату, но в том числе и его членов, особенно активных членов. То есть так поступать неправильно. Я думаю, что сам Николай Михайлович себя жалеет о своем поступке, что он подписал. Он может подписать, как гражданин Российской Федерации, любое письмо поддержки. Ну, подписал же Балыбердин письмо. Ну, или Падников. Ну, Балыбердин же, когда подписывал, не написал, что он как там какое-то должностное лицо. Хотя, не знаю, может быть, и как должностное, но Заксобрание это не обсуждалось, и все понимают, что это личное мнение Балыбердина. А вы, как член Совета ВТПП, имели ведь право предложить свою кандидатуру там? Ну, там... Слушайте, коллеги по совету, давайте соберемся, обсудим. У меня вот есть пара мыслей, кого. Так я думаю, что выдвинуть-то имели право кто угодно, но там надо посмотреть, кто по статусу имеет право выдвигать. Может, депутаты имеют право там выдвигать. Значит, просто здесь Андрей Альбертович это выдвинула общественная организация «Деловая Россия», а Николай Михайлович, значит, подписал письмо поддержки от своего, личного имени. Укрепил, так сказать. Еще, ну, да? Ну, не знаю, укрепил или наоборот себе сделал хуже. Я тут как бы... Нет, я имею в виду процедурно это вроде как. Вот ВТПП... Ну, не обсуждал этот вопрос. Но без обсуждения. Да, вот, ну, вот выдвинул Николай Михайлович. Не знаю, почему он это сделал. Из каких соображений? Чего испугался? Не знаю. Вот там в кухню не посвящен, как бы. Хотя догадаться может да, любой человек. Так что дай бог ему здоровья и силы, чтобы больше таких поступков не совершать. Потому что... Накануне 70-летия его, кстати, это актуально. Да, потому что с моей точки зрения выбор Андрея Альбертовича был бы наихудшим вариантом для бизнеса. Так, у нас сейчас реклама. Еще немножко слов хочется сказать про Андрея Николаевича Вавилова, да, который тоже претендует. Его выдвинул депутат УЗС Дмитрий Сергеев, директор Маяковской, да, строительная фирма. Поговорим уже об этом после рекламы. Особое мнение на 101FM. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ», член Совета Вятской торгово-промышленной палаты, зампредседателя правления Совета хозяйственных руководителей. Когда я говорю «в нашей студии», я имею в виду «в нашем с вами» тоже, Азиз Алиевич, студии, потому что да, наши слушатели прекрасно знают, что есть программа «Союз нерушимый», но сегодня мы говорим о других вещах. Итак, да. Еще один шестой претендент на должность бизнес-омбудсмена Андрей Николаевич Вавилов. В декабре 2014 года он, с декабря 2014, вернее, года он работал в этой должности, сменив Даниляна. Да, Сергея Эдуардовича. Да, Сергея Эдуардовича Даниляна. Выдвинул Андрея Николаевича депутат Дмитрий Сергеев, повторюсь. Вот хотелось бы, чтобы вы, как профессионал в этой отрасли, проанализировали вот эти три года, что находился, занимал эту должность Андрей Николаевич. Сразу скажу, что... Вы уже там для затравочки сказали, да, несколько минут назад. Сразу скажу, что Андрей Николаевич, он достаточно уже известный омбудсмен в России. То есть многие омбудсмены с разных концов страны уже с ним созваниваются и узнают, как организовать свою работу. Андрей Николаевич Вавилов сделал так, что этот институт омбудсмена у нас считается в округе, и об этом знают в округе, в Приволжском округе, что один из самых лучших в России. И если я правильно знаю, то поддерживается непосредственно как бы чиновниками такого уровня. И в Москве
он на очень хорошем счету, как и именно омбудсмен. Потому что он реально защищает права предпринимателей, при этом не делая из этого пиара, да, как некоторые там подпишут какую-нибудь бумагу и там сразу пресс-релизы там понаправляют, а еще ничего нету, никакой работы, а бумажка даже подписана там, да. Очень большую реальную работу проводит. Вот то, о чем я уже говорил, и к тому еще можно прибавить целый ряд бизнесов на территории Кировской области, угу, которые он сумел защитить, и поэтому они остались на территории Кировской области. Он постоянно ведет эту работу со всеми органами федеральной власти. Самое главное, что у него есть эти контакты, и он умеет найти общий язык и убедить этих людей. Понимаете, это непросто. Это не просто с учетом того, что у тех или иных работников органов федеральной власти мозги заточены, ну, под определенные там задачи, которые перед ними поставлены. И он, и у него получается. При этом мы же знаем, что омбудсмен – это должность без каких-либо серьезных прав по защите. Инструментов. Без инструментов, да, защиты. Нити, и вот его единственный инструмент, да, – это вот его глубокая убежденность и умение убедить представителей органов власти, что в этой или в другой ситуации они не правы. И знаете, у него получается так, что никто не чувствует себя обиженным в этой ситуации, да? То есть он умеет доказать, он и с правоохранительными, и с органами федеральной власти, с контролирующими, у него получается встречаться, договариваться. Вот, при этом иногда правоохранительные органы наказывают там руководителей муниципальных органов власти, потому что они чинят препятствия для деятельности тех или иных предпринимателей. Он реально помогает предпринимателям. И я думаю, что это большой плюс областной власти, что у нас в Кировской области есть такой омбудсмен, который реально работает, реально защищает права предпринимателей. А может быть, наоборот, не задумывались? Вы знаете, может быть, власти не заинтересованы в таком активном бизнес-омбудсмене. Ну, вот выполняет некий план, что-то там работает, да и слава богу. Ну, если мы же не ставим под сомнение, что представители органов власти у нас умеют думать, хотя некоторые вот совершают определенное чудачество, ну да ладно, а мы предполагаем, что они думают, и думают не просто там, что вот там где-то как-то, а думают, что реальная защита бизнеса не просто влияет на то, есть налоги или нет в бюджете, но еще и влияет на то, как инвесторы смотрят на территорию области. Угу. То есть если здесь есть реальная защита интересов бизнеса, реальное понимание, что такое бизнес, то они сюда будут приходить. Поэтому вот этот маленький штришок на большой картине, это на самом деле очень важный штришок. Вы общаетесь с коллегами, в том числе затрагиваете, безусловно, ведь эту тему, да, избрания нового бизнес-омбудсмена. Как в целом сейчас предпринимательское сообщество настроено? Как можно описать его сейчас состояние, моральное? Ну, если вот волнение все-таки. По этой теме, то люди собирают подписи, насколько мне известно, предприниматели, прямо по районам, там, Белохолницком, Луцком, еще где-то там, готовы там прийти там с плакатами там в поддержку. Это реально люди, которые понимают, что вот именно Андрей Вавилов им точно... Подписи за Вавилова. За Вавилова. Mm-hmm. Большое количество людей у меня в городе, меня как бы уже тоже трясли предприниматели, давай собирать там подписи и так далее. Но я понимаю, что и в органах власти есть понимание, кто есть кто, поэтому... Но люди собирают. Вот я не знаю, что они с этим будут как бы делать. То есть огромное количество предпринимателей за него. И я об этом реально знаю. Вот. А если говорить о том, как себя чувствуют представители бизнеса, ну, сложная ситуация, непростая ситуация на территории области для бизнеса. Ну, как бы это правильно сформулировать-то? Если не Вавилов, собственно, продолжит, да, заниматься этой работой, ваш прогноз
Ну, как минимум год не будет никакой защиты бизнеса на территории Кировской области. То есть один на один зачастую как столкнуться с произволом неким, как было. Ну, соответственно, наверное, это приведет к определенному оттоку тех, кто решил остаться, например, из-за Вавилова, с учетом вот этого фактора. Угу. Вот поэтому дело в том, что мы ведь знаем, что у нас и до Вавилова был как бы бизнес-омбудсмен. Но тогда, спасибо Сергею Эдуардовичу, он еще только создавал эту структуру. И он создал, скажем, такой хотя бы организационные вопросы многие. В колыбели. Да, многие решил организационные вопросы. Но все-таки это работа, требующая огромного напряжения, как нервного, так временного, так и многих-многих, так сказать, сферах. Да? И я думаю, что когда Сергей Эдуардович ушел с этой должности, он правильно решил. Ну, закончился губернаторский срок Никиты Юрьевича. Первый срок. Я думаю, что если бы он захотел бы остаться, Сергей Эдуардович, я думаю, что там вопросов бы, как бы по нему не было. Решали бы. Но было бы это ему как бы по здоровью, я думаю, что, наверное... Нет. Mm-hmm. То есть он бы очень много бы мог потерять в этом смысле. Поэтому... А вот Маури, например, который хочет, его ведь никто не видел как защитника. Поэтому в то же время Вавилов себя показал за этот срок после Сергея Эдуардовича как реального защитника. То есть появились реальные дела, в которых он себя показал. А если перевернуть, если вот все пытаюсь с другой стороны на это все посмотреть? Так скажите прямо. Может быть, вы зла желаете Андрею Николаевичу? Да бог с ней, с этой службой в роли бизнес-омбудсмена. Да пусть человек живет спокойно. Вавилову? Ездит на шашлыки. Да, да конечно, зла желаю. По выходным. Нежели общаться, там, мотаться конечно, по районам с предпринимателями. Нечего тратить время на себя, там, холить себя, лелеять. Надо тратить... в интересах области свое время. Слышите меня, Андрей Николаевич? Есть определенная уверенность, что слышит. Да, слышит. Остается буквально 3 минуты, 4 минуты до конца. Ну, так, 10-го, да, числа будет рассматриваться кандидатура, так уже подводя итог нашей теме. 10 числа в правительстве будут обсуждения кандидатур, но на пленарном заседании, да, все-таки ведь уже будет голосование. Да, там согласование будет на пленарном заседании. Mm-hmm. Но, честно скажу вам, что там же достаточно много депутатов, бизнесменов, и понимающих ситуацию, mm-hmm. да, в том числе и вообще из общественных организаций, активно участвующих. Но почему-то полный уверен, что если будет кандидатура Вавилова, то там максимальное количество голосов будет за него. Вот. Ну, в этом-то смысле. Знаете почему? Потому что вопрос-то не политический. А реальные. Поэтому вот, депутаты жизни. Будут голосовать, да, не потому, как им партии подскажут, а скорее всего будут голосовать, исходя из реальной ситуации и оценив реальные достоинства тех или иных. А если у них будет установка? Ну, некая, так я предполагаю. Ну, если будет установка, то почему-то уверен, что установка будет тоже на Вавилова. Угу. Хорошо. Так или иначе, это все скоро выяснится. Будем надеяться на лучшее. Да? Будем надеяться на лучшее для предпринимательства в Кировской области. Самый деятельный человек все-таки сможет занять этот пост. Вот скажите мне, зачем защищать права? Коня на переправе? Ну, так, по большому счету. Ну, поработал 2 года человек. Угу. Ну, пусть еще поработает срок. Ну, а вы готовьтесь. Следующий срок он все равно освобождает. Он же не может там больше 2 раз подряд, по-моему, по закону там занимать эту должность. Ну и все, становитесь в очередь и бейтесь уже сейчас, доказывая, защищая предпринимателей и доказывая, что вы именно самый лучший защитник предпринимателей. Берите пример уже с опытного. Берите пример, да, ходите, защитника. Учитесь там, чтобы потом... Следите за ним. Да, чтобы вас потом рекомендовали как реальных защитников там бизнеса. Поэтому я думаю, что пожелаем ему в любом случае удачи, но прежде всего удачи и успехов пожелаем своей области. Фразу руководителя области про общипанную курицу прокомментируйте.
Что вы из этого вынесли? Ну, там она как-то звучит, вся фраза... Сейчас я процитирую, там, да. Как-то... Фраза звучит следующим образом. «Правило должно быть одно, — сказал губернатор Васильев. Российские законы, социальные программы и пополнение бюджета. Умение собирать налоги — это умение общипать курицу, чтобы она кричала, но не умерла. Наша задача — привлекать инвестиции в регионы, создать условия, равные для всех». Я-то это понял как... Ну, такая оценка иронично жесткой всей налоговой системы нашей страны, что вот да. Вы как это понимаете? Я понимаю это таким образом, что все, что он сказал до курицы и после курицы, это ведь нормально? Ну, в целом, да. Нормально, это правильно. Угу. До курицы и после курицы, угу. Все нормально. Что касается курицы, кому она адресована? Ну, у нас на самом деле налоговая система такая. Что если ты платишь все налоги, но если не полностью, то наполовину точно общипанная курица. Понимаете? Ну, назвал человек вещи своими именами. Ну что, нельзя называть вещи своими именами, даже если ты губернатор, то можно. Ну, правильно назвал. Так вот, предприниматели должны понимать, что они оказываются в роли полуобщипанной курицы. И значит, мы и общественные организации бизнеса должны в этом направлении работать. Чтобы последние перья не вырвали. Чтобы последние перья, да, не вырвали. Уж не важно ведь, кто mm-hmm. будет вырывать их. Налоговый инспектор, судебный пристав, следователь, милиционер. Или уже в суде этот вопрос будет решаться. Или вот некоторые говорят, что губернатор. Но губернатор не собирается сбором как бы, налогов, поэтому нельзя сказать, что он там щиплет кого-то, там, условно говоря. Да? Вот, поэтому нам нужно сделать так, чтобы думать над тем, как наша налоговая система не просто не ухудшалась, а власти делают все, чтобы налоговое бремя становилось все больше и больше, а чтобы это бремя снижалось. Но почему-то многие боятся этим заниматься. Вот об этом надо как бы нам думать и этим заниматься. А не просто там думать о том, что о, у меня тот знакомый, этот депутат знакомый. Вот если депутаты, например, в нашем федеральном собрании, там, в Государственной Думе, не занимаются улучшением предпринимательского климата, так надо не голосовать за них, сколько бы они кому ни заплатили и чьи бы партии они не представляли. Завершается на этом наша беседа. Азиз Агаев, ваше особое мнение. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Всем удачи. Особое мнение на 101 FM.